Всем привет! В сегодняшнем видеоролике вам покажу крутой скрипт для Арсенала. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Ссылочка на него будет в описании. Буду использовать по-прежнему свой личный чит под названием Star. Для того, чтобы нам заинжектиться, нажимаем на кнопочку Inject. После этого ждем, когда здесь появится иконка Easy Exploit. Это означает то, что мы заинжектились и у нас не вылетело. Все, вот она появилась. Отлично. И также вот здесь пишет онлайн. Так, теперь переходим в Script Hub. Находим Арсенал. Нажимаем. И вот он появляется, наш скрипт. Также ссылочка на скрипт будет в описании. Так, давайте в принципе включим SP. Это у нас получается типа расстояние показывается. Вот этими полосками. Также SP имени можно включить и SP головы. Также давайте включим Select AIM и AIM Bot. Так, все, давайте заходим. Как видите, противники показываются. Вот бежит, допустим. Значит, зажимаем правую кнопку мыши, держим ее и стреляем. И как видите, мы убиваем его в голову. Так, еще раз. Как видите, все работает. Так, теперь давайте посмотрим, что у нас за следующие функции остались. Так, это тут мы, получается, выбираем, куда мы будем целиться. Либо в голову, либо туловище. Ну, лучше всего, я думаю, голова. Так. Включаем эту функцию. Шховс. Или шовс. Шовс вроде. Фов. Не знаю, что эта функция дает. А, я понял, это походу кольцо. Да. Вот кольцо появляется, прикольно. Также радиус. Можно больше сделать, можно меньше. Как вам получается удобнее. А, gun modification. Давайте включим. Посмотрим. Так, ну, слушайте, вроде как было, так и осталось. Пока что изменений не вижу. Может быть, он сильнее стал наносить урон. Сейчас, в принципе, проверим. Так, и последний у нас тут две функции. Давайте сюда передвинем. Это Give Very Long Bat. Перевода, конечно, не знаю, к сожалению. И Give Фестикуфс. Давайте тоже включаем. И смотрим, что у нас прибавилось, а что нет. Так, давайте проверим по урону. Может быть, он стал больше. Так, сейчас убьем голову. Оп, отлично. Ну, слушайте, по урону, в принципе, то же самое осталось. Короче, в основном, самая топовая функция, это получается автоматическое нацеливание на голову. Ну и, в принципе, все. Ну и ESP получается, то, что вы видите, где противники ваши. Ну, в принципе, довольно прикольно. Есть, конечно же, лучше скрипты, но сейчас хорошие скрипты в основном на читах, которые находятся на Easy Exploit. Они в основном не работают. Вот, для того, чтобы лучше скрипт у вас работал, вам, естественно, нужен Synapse. А Synapse, естественно, стоит денег. Вот. Ну, в принципе, решать вам, покупать платный чит или использовать бесплатный. Это ваше право. Вот, на бесплатном, в принципе, тоже неплохие скрипты идут. Ну, в принципе, на этом у меня все. С вами, как всегда, был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи.